Всем привет, друзья! С вами мистер Перец. И сегодня мы играем в Stranded Deep. Я давно хотел поиграть что-то такое, где надо что-то там отстраиваться, как-то выживать, бороться за жизнь, все дела. Так, вообще у меня это началось, наверное, из-за Фореста. Но Форест я видел достаточно хорошо, видел. И знаю, что там происходит. И я решил, наверное, поиграть в Stranded Deep. К тому же мне советовал поиграть в нее один из моих подписчиков. Так, ну давайте, наверное. Так, настроечки. Что тут настроить? Графика. Ультра. Лэптоп. На ультра все поставим. Все вроде высокое. Вертикальная синхронизация, наверное, нафиг не нужна. Фиг, ладно, заменить. Так, ну давайте. Новая игра. My game. Новая игра, my game. Моя игра, моя игра. Ладно, окей, пусть будет такое число. Так, и что же? Создается новая игра. То есть новый мир. Так, это что такое? Тут надо... Select на map tile. Выберите карту. Красненькая. Upper Tropical Island, Little Racing. Почему он красненький? Почему бы не вот эти вот какие-нибудь? Давайте красненький. Так. А это что? Local color. Красненький. Новая игра. Я так понял, тут создается все по-новому, да? Каждый раз, когда начинаешь игру, все как-то рандомно создается. Загрузка мира. Так-так-так. Клининкап. И что это такое? Я в лодке? Life Rifle. То есть... Что? Ой. Этим надо гребсти, что ли? Серьезно? Я выбросил его сюда почти! Как? Где мое весло? Твою! Я нажал левую кнопку мыши, это оказалось бросить. Life raft. Raft, что? С английским я не очень. Давай вперед! Твою-то налево! Весло потерял! А если за него. За ним нырнуть? Тут акулы водятся. Там что-то виднеется. Что ж так шатает-то, блин? Где мое весло? Ух ты. Где весло? Я не доплыву. Так, ну, можно всплывать. По-моему, куда-то я его сюда выбросил. Блин, ну, оно же должно быть где-то. Краснеет, смотрите, как краснеет. А акулы здесь водятся? Мне бы не хотелось попасть к акуле. Ёшкин. Смотрите, а так хорошо тут все видно, да? Твою ж налево, я... Пал. Сейчас еще я... Так, я стоял здесь, это было слева от меня, значит, где-то тут вот весло. Должно быть. Вот оно, вот, пошли весло. Я дошел, смотрите, весло у меня.
как забраться? Трясется все. Так, весло у меня. Поплыли. Я сказал, поплыли. Плыви. Как тебя взять? За краешек самый. Твою налево, что ты под... Поставь весло, дурачок. Залазь. Ты глядите, а? Какой непонятливый человек попался. Да что ты все падаешь-то? Так, извините, друзья. Я походу тут пока разберусь. Куда, да что... Где лестница? Тут собираться надо, я так полагаю. Вот, по-человечески надо все. Что значит педли? Так, ну, нет. Я не хочу без лодки уплывать, честно, давай. Как гребсти, я правильно делаю? Туда. Гребем, по-моему, как дурак. Этим веслом что-то гребит. Тук, вот тебе. Климп ин. Лайф рафт. Спасательная шлюпка, наверное, как-нибудь так. Ой. 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 Она тонет. Ой. Сучка. Ты чё тонешь? Ты на рифы попала, что ли? А чё всё застопорил? Это такие баги, да, в этой игре? Ладно. Давайте возьмем эту фигню. Я думаю, она поможет нам в выживании. И отправимся вон туда. А потом, наверное, затащим шлюпку тоже сюда. Шлюпка у нас, благо, недалеко. Остров недалеко. Так, ты здесь? Здесь жди, вот, да. Я пойду за шлюпкой. Акул вроде нет. Слушайте, тут волны поднимаются. Как бы сейчас плавник такой, хоп, и вылезет. А почему она остановилась? Она тупо... Давай сюда. Вот. Вот. А почему нет, как в трейлере, там я не лечу в самолете, не терплю авиакатастрофу? Это как в фильме «Изгой», да? Летели, летели, и бабах. Мы на острове. Там был мячик, с которым... Тут, смотрите-ка, она всплыла. Ты... Хреновая лодка, раз ты не спасаешь. Почему я тебя тащу? Ты меня должна вытаскивать, а не наоборот. А что там возвышается? Какая-то постройка или что? Это камуш? Что? Так. А тут есть прилив? Я ее сейчас оставлю у берега, она того уплывет. Иди к своему другу. Стик? А как это... Ух ты, он ей вооружился, ёптать! Как тебя выбросить? Кью, ага. Вот как надо было! Ой. Почему только здесь я об этом узнал? От тебя... Нет, тебя не... То есть надо было взять вот эту фигню, залезть вот так и плыть. Реально плывет. Что за глупость? Ё-моё. Ладно, дружище. Выбрось ты ее нафиг. Зачем я тебя только спасал или что я там делал? Иди сюда, уплывешь еще. Может, заночую под тобой. Там вот какая-то... А тут... Воу, ножик есть. Pocket knife. Pocket knife. 100%? Нифига себе, тут еще и прочность предметов есть. Ага. А как... Как заюзать-то все это дело? К
камень, смотрите. Так. Бутылка воды есть. Может. Воу. Ее что, рубить надо? Ой, я, кажется, нож выбросил. А как его спрятать? Вау, крафтинг. Топор, молот. Копье, видимо. Лагерь. Так. Кэмпфайр. А, лагерный костер. Ты, слушайте, тут рыбку варить. Это я что нажал? Да что это ты? А тут определишься с этим. Послушайте, я что-то... Ага. Тень ножа только? Что за глупость? Иди сюда. Я хочу, чтобы... Так, а я что нажал-то? А, ага. На С. Ага, это приседать. Я даже управление сейчас не посмотрел. Давайте вооружим. Что это? Что за рельсы? А как тебя взять, дружище? Давайте возьмем только палку. Тут я где-то палку видел. Вооружим. А ей не драться, ничего нельзя, да? А вдруг? Слушайте, а мне тут не нравится. Я хочу вон туда, там земля побольше. Сначала я проверю, что там. Мне интересно, зачем я таскаю эту палку? Можно было топор сделать, кстати. Ну да ладно. Что же там такого? Вот в этой шняшке. Давай быстрее, пожалуйста. Рывочками. Тут акулы тоже есть, да? Придется прятаться от акул. Так, это похоже на какой-то столб. А, это корабль. Ух ты, как резко-то. Я ж что-то взял. Надо подышать ему хреново. Так, ладно, еще заход. А, все открывает, что-то там. Открывает консоли. Ты это взять не можешь? Так. А нафиг. Ух ты, спасатель. Можно подышать, можно. А чё, это уже это что ли? А тут чё? Еще одна мачта. Какой-то баркас тут маленький-маленький, потонувший. Чё-то я собираю. Какую-то херню, честно, собираю. Даже не знаю, что собираю. Ладно, опять сейчас он задохнется, бедолага наш. Солнце садится, ёптать. Ладно, поплыл-ка я отсюда. Надо... Я знаю, что надо. Надо взять плот и вон на ту большую землю плыть. Нахрена мне эта палка? Сейчас акулы какие-нибудь хищники повылают. Тут есть хищники, кстати? Если тут есть хищники, то как-то не камильфо получится. Я, считайте, только-только приплыл... О, уж так быстро. Смотрите, он прям на глазах поднимает. Да иди ты, топает он. А там еще какой-то корабль. Ладно, хрен с ними, с кораблями. Я знаю, что я сделаю. Сейчас. Это я брошу сюда. Я не знаю зачем, но я это брошу. Таскает что-то прямо. Это тоже сюда. Камни, думаю, камни там будут. Так. Ручка какая-то сломанная. На большую землю, значит, да? Так. Это тоже сюда. Что? Что? Тебе хреново? А почему нет никаких этих? А, ведро, смотрите, что это? Движок. Один из четырех частей двигателя. Пошли.
Я понимаю, что ты тяжелый, но пойдем. Ты должен мне жизнь спасать. А как я узнаю, когда мне надо жрать? Тут еще есть что-нибудь? Надо что-то... Что-то надо... Вон оно как. Растеницы, аптечечки. Надо скрафтить дом, дверь, стена, лестница, крыша, фундамент. Так, вот. А почему оно все поголубело? Поплыли? Вон туда плывем. Прям в лодке грибу, смотрите. Надо сбоку вот так ставить. И сесть пониже, чтобы к воде дотянуться. Так, ну там земля большая, деревьев хотя бы много. Да всяко, чем тут больше. А рыбу... А, да, там же можно было... Там есть какие-то эти... Какой-то ящик для... Для ловли рыбы. Короче. Надо обосноваться. Чтобы обосноваться, нужно дерево. Чтобы дерево получить, мы же не можем его сразу с корнем выдрать, правильно? Нам надо что? Нам нужен топор. Там какой-то мы доисторический топор. Все, приплыл. Ой, я палку! 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 Ну ладно, я тут много. Корни вон какие-то. Иди сюда. Иди сюда. Смотрите, не хочет. Ну, вроде я прилива не видел тут. Давайте осмотримся вообще, куда мы попали. Ни фонарика тебе, ни... А у меня же... Сожгись! А чё не горит-то? Оно как-то глючно еще горит, смотрите-ка. Так, ее тоже насколько-то так хватает. Надо держать, чтобы она горела. Ладно, давайте уберем. Уберись ты! Здесь тут поджарить можно? Ой, палец горит. Вон тут какие-то... Так, тут песчаный берег. Надо куда-нибудь... Пальма 002? Пальма 002? Серьезно? Так зовут пальму? Ёшкин дрын. Пальма 005. Камель 0013. Кустик 206. Что тут еще интересного есть, а? Где бы обосноваться я ищу? Нет, прилив есть, смотрите, вода прибыла, я... Пошли! Ага, но все-таки берется, когда... Я тебя возьму. Ты чего? Нет, она ни в какую, ни ху... А, по воде ты, значит, плывешь, да? Иди сюда. Иди сюда. Я не хочу, чтобы ты уплыла куда-нибудь. Ты единственная, кого я знаю. Куда-нибудь. Ладно, у камня. О, веточка. Наверное, которую мы потеряли. Я думаю, нам пригодится. А это что? Это бочка? О, что-то... Что-то синее? Это ж... Как это не... Это... Не при... Круто. Будем собирать пресную воду во время дождя. Что тут еще можно взять? Камушек. Так, что там надо построить? Нужен камень. Два камня. Лэшинг. Что такое лэшинг? Useful for... для рубки деревьев что-то тут. Какой-то лэшинг нужен. Что есть лэшинг? Это какая-то местная веревка вот эта, да? Нужно два камня и две эти. Так, ну камень есть. Что еще? Драфтинг P. А я больше ничего не могу взять. Весло есть. Ты не...
А вот... Ох, смотрите, тут прям все за подряд можно собирать. А что есть телешинг? Кто мне скажет? Стик. Прям палки под ногами валяются. Где мне веревку-то найти? Господа. Мне надо... А чтобы дом построить, что нужно? Вот, допустим... Ого. Крафтинг стик. Там вон какие-то... Там был... Да закройся ты. Драфтинг стинг. Это там был драфтинг стинг? Или что там было? Там вон куча дров каких-то. Я отсюда... Я был... Мог просто перейти. Драфт пайл. Так. Путаюсь в этих кнопках. А это что? Нет. Драфт вот стик. Да, тут то же самое. Вот стик. Вау, фига себе, сколько тут всего надо. Закройся ты. Да, так. Хорошо, где мне взять? Лышинг, или что там? А, тут все на английском. Где же? А я жрать не хочу, как я узнаю, куда мой вот этот вот человек захочет пожрать. Костер надо разжечь какой-нибудь. Вот здесь вот между камнями, да, чтобы ветер там... О, вот это пейзаж! Так, что там? Костерчик. Ну вот, тут нужен камень. Кэмпфайр есть стик. Так, нужно еще две палки. Ну, как и всегда, в принципе, перво-наперво это разжечь... Пальма, наверное. Это разжечь костер. Там куча палочек было. Давайте, уже рассвет, да? Или это... А, вот там встает. Там, значит, у нас запад. Понятно. Не-не-не-не-не. А да, там запад, там восток. Замечательно. Так, значит, тут север. Север, юг. Запад, восток. Там север. А нет, вот там восток. Север, юг, запад, восток. Интересно. Ты пойдешь со мной, нет? Пойдемте на восток. Кстати, мох. Где мох? А, мы же не в лесу. Простите. Простите меня. И что тут надо будет все при все изучать? Так, ну мы хотели построить костерочек. Что это? Планк скрэп, доски какие-то. Это что, тарп? Ракетница? Она реально, там корабли будут ходить, что ли? Надо выживать, ептать. Ладно, пригодится, когда... Так, молот не надо. Да не тебя, ёп. Тебя. Крафт. Так, давайте поставим. Скрафтили. Ого, у нас есть огонь. Уху! А, что такое? Прекрасно. Теперь давайте его обложим этими самыми. Да не тебя, я путаюсь в этих кнопках. Нужен... Смотрите-ка. Все у нас для этого все есть, ведь так? Почему? 3 из 2, а что? Что мешает тебе? Слишком близко брови сгорят у меня. Буду так близко садиться. Давай, крафтись! Или у меня только их 2? Красненькая, да, нам надо строить на красненькое. Вставай. Так, надо еще найти пальма 04. Это мой лучший друг, наверное, будет пальма 04. О, еще, смотрите-ка, надо взять. Не берется. Запоминаем здесь кусок, там. А там что? Состроение какое-то. Беги. Вот еще валяется. Что это за... А, это зажигалка, тень зажигалки.
Вау, смотрите, тут я столько на себе столько всего таскаю. Так, пригодится для молота. А это что? Это нельзя взаимодействовать, да? А, звезда морская. Так, что тут еще есть? Опять балки. Где камушки-то все? А откуда тут железо вообще, скажите мне? Железные рельсы эти, откуда здесь взялись? Хлоп-хлоп-хлоп, блядь. Шлеп-шлеп-шлеп. О, камушки. Давайте соберем все, что найдем. Я так понимаю, тут нет ограничений по весу. Вот еще. Так, еще тут что-то валяется. Какой-то железный лист. Все сгодится. Вот туда надо сгонять, что там происходит. Шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. Шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. Почему так глупо он бегает? Взрослый человек, у него эти шажки-то не такие коротенькие. Он как маленький ребенок по воде хлопает. Так, огонь. Не погас еще огонь? Надо его камнями, чтобы он... Где наш костер? Вон он горит, костер наш. Солнце высоко. Восток там. Вот. Надо пометить эту ткань. Восток. Север, юг, запад, восток. Так, простите, что тут надо делать? Обложить. Крафтим. Замечать. Да уйди ты, не пускает меня. А где наша лодка? Нам надо забрать, что ты все... Что, это что, туалетная бумага? Бандаж? А, это аптечка, типа, да? Типа, перевязывать ранки наши. А где наша... Прекрасная... Что это? А что мне на топор-то? Почему не дает... Почему не дает мне собрать топор? Топорище. Эй, лодка, ты что там делаешь? Лодочка, лодка. А, да, мы ее здесь оставили. Пойдем, лодка. Как с тобой тяжело, а? Тебе надо куда-нибудь поставить, чтобы ты не уплыла, чтобы тебе приливом. Короче, ты будешь стоять, лодка, вот здесь. Лодку далеко от воды убирать не надо. А где ножик? Не понял. Был же ножик. Я не понял. Что, ведро? Поливать? Чё тебе хреново-то? Тебе пить надо, что ли, или что? Давайте водички ему дадим. Тихо, тихо, тихо. На воду-то так налегать нельзя, ты что? Тебе нормально, мужик? Не... Еще один раз можно, блин. Я, кажется, все просрал. Куда? Где? Так, простите, а на пальмах что-нибудь растет? Ну что жрать? О, кокосы! Кокос, как тебя забрать? Может тебя веслом сбить? Иди сюда. Блин, надо собрать этот. Что за лэшинг? Где взять этот лэшинг? Рокшард какой-то. Стик. Веточки есть. Так, нужен камень, ветка и какой-то лэшинг. Где его взять? Лэшинг, я так понимаю, это какая-то веревка. Веревку же можно из вот этих вот всяческих растений добыть. Так ведь? А почему все вот так вот, какая-то аура вон там создается? Аура. Дерево.
Ну, замечательное дерево. Где у меня было... Был этот... Ёшкин тырын. Нож! Куда делся нож? Я его что, просрал где-то, что ли, уже? Как так быстро? Я не мог его так быстро. Где мне взять Лэшенг? Я еще не встретил ничего такого. Пальма кривая. Ну ладно, давайте сходим. Я не понимаю, что там за... Что за Лэшенг нужен? Шлеп, 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 шлеп. Давайте так быстрее будет. Рыбка. Тихо. Что это? А, да камни не отпускают. Вас ловить можно? Как тебя поймать, рыбка? У меня даже ножа-то нету. Ёк-макарёк, сдохну нахрен. А, это не строение, это контейнер. Тут какие-то грузовые. Тихо. Вау. Что с этим делать? Его притащить можно, смотрите. Давайте попробуем перетащить. Нет. Не, ну это... Крыша контейнера, стена контейнера. Да зачем его, типа, разделить можно, что ли? Как молотом воспользоваться? Ой, ты чего? Ну-ка давай-ка, я не за этим сюда пришел. Нам надо жить. Рыбка. Эй, Плечард. Плечард. Здорово, Плечард. Как твои дела, Плечард? Пойдемте к костру, что ли? А почему он блеванул? Ёшки. Трын, сколько у тебя всего есть? Да ты молодец. Что это? Где взять лышинки, я не понимаю. А, вот и копье. А это просто нож. Рокшард. О, это костер. И тут лышинг нужен. Да что? Где брать этот гребаный лышинг? С чего начать-то, ну? Какая-то веревка. А где я возьму веревку здесь? Если веревки нету, в магазин не сходишь, не купишь. Можно только остается... дерево. Да знаю, что это дерево. Остается только сходить и самому ее сделать. Смотрите, как пасы. О, упал. Нужен. Че, места нету? А у этих палок... Ну, тебя выбросим, тебя возьмем. Как? Бейся, бейся, бейся! Как тебя расколоть? Как тебе жрать-то, блин? О, смотрите, он залазит! Или мне показалось? А, да, лезет потихоньку. Давай, мужик, лезь. Да иди ты. А сюда залезешь? Так, куда ты еще можешь залезть? Да, реально лезет, смотрите, молодец какой. Парень ты у нас, не это. Во-во-во-во-во-во-во. Зашибись! Как... Отсюда хорошо видно все, смотрите, неплохо, да? Спускайся. Где взять веревку, ё-моё? Да слезь ты с нее уже! Я тут без веревки, так понимаю, ничего не сделаю. Это припасы нам пригодятся. Надо отнести их в наш лагерь. Замечательнейший. Недалеко который совсем. Вот сюда. Пусть тут валяется. Кокос. Вон еще что-то там. Такой маленький островок. Совсем же маленький, ребят. Где мне взять веревку? Я там какой-то баркас видел, кстати. Я без еды уже, считай, сутки. Сколько можно без еды прожить? По-моему, около... Около 7 дней, что ли?
Че это пищало? Типа полдень, что ли? Что-то пикнуло. Определенно что-то пикнуло. Я увидел баркас где-то. По-моему, он был на том острове. Нет, это опять тот контейнер. Я не знаю, где мне взять веревку-то, ё-моё. А есть крафт веревки. Так, я тут немножечко поныкался по просторам, так сказать, и понял, что, то есть, что нам как. О, вот часы, кстати. Времени 22:07. Один день живем в Фаренгейтах. Нам надо. Я понял, как нам получить веревку. Для веревки нужна. Для веревки нужен нож. И нужно растение. Но случилось так, что ножик-то я где-то посеял. И у меня следующий вопрос. Где я его посеял? Мы прибыли вот с того острова. То есть я тут где-то ходил, бродил. Вон наша лодочка. То есть он может валяться где-то здесь. Мы же приплыли отсюда. Мы еще успели сходить туда, до того, как я обнаружил, что я посел. Короче, я сейчас отправлюсь на тот остров. Попробую найти наш замечательный ножик, который я как-то умудрился потерять. Я надеюсь, что он все еще где-то здесь. Тихо, тихо. Что с тобой? Ты чего? Что это было сейчас? Загнулся, товарищ. По всей видимости, без еды. Он не так уж долго без еды жил. Южно-лево. Печально, конечно, что так вот скончались глупо, по-глупому, потеряв ножик и не сумев добыть себе еды. Знаете, давайте, знаете, как сделаем. А эту серию я, наверное, так и закончу. Пусть она будет так. Это первая серия, я думаю. Ошибки допустимы в первой серии. Так что, наверное, в следующей серии мы создадим новую карту. И уже знаючи, с осознанием дела, Будем нормально так выживать, развиваться, крафтить и все, что там нужно делать. Ладно, спасибо тогда всем, кто смотрел меня. Ну и до следующей серии, до следующего выживания. Всем пока.